Я рада представити вам нашого ранкового гостя, Сергій Стужук Сьогодні завітав до нашої студії. Вже традиційно навчаєте миколаївців та жителів області маніпуляцій. Сьогодні будемо говорити про маніпуляції у перемовинах. Доброго утра, дорогі друзі. І дійсно ми сьогодні об этом поговорим. Э, е, хотел бы сказать, что прямо не делать из меня такого злого генія. Ми не обучаємо вас маніпуляціям. Ми говоримо, як уйти від них. когда вами хотят манипулировать. Mm. И перед этим я хотел бы рассказать историю. Она была в истории. История, вы, прости мне mm. такую тавтологию. Наш Наполеон и Александр, император Российской империи. Война еще не наступила, но скоро уже веет. Переговоры. Обоим нужно достичь какого-то успеха. Наполеон хочет простого, он хочет союза. Россия хочет союза, но не такого естественного, не хочет военного союза. Вы не нападаете и все будет хорошо. Союзы тогда заключались не на документах, союзы заключались при помощи браков. Наполеон хотел взять в жены сестру Александра. И когда Александр ему отказал, Наполеон встает, берет шляпу, бросает на пол, футболит ее ногой в гневе во всем, что нужно. Это было шокирующе. Так переговоры тогда никто не вел. Все велись очень деликатно, очень правильно и с таким пиететом. И такого гнева никто не ожидал, никто не устоял. Все шли на попятную. Все понимали, этот гнев может завтра превратиться, что французские войска зайдут в страну. Но Александр знал это. Он прекрасно отреагировал, потому что он был подготовлен к этим мероприятиям. Он был готов, потому что... Толеран, министр Наполеона, был его агентом внутри. Он знал, что Наполеон это попросит. Он подготовился, знал, как реагировать. Он знал, что Наполеон ведет именно таким способом переговоры. И он был готов. И на его лице возникла только легкая улыбка. Наполеон понял, что ход не прошел. И переговоры он проиграл. Вот вам, друзья, используйте, готовьтесь, и все будет здорово. Чи манипуляции у ПРИМОВАНОХ иснуют только у деловых-то бизнес, чи абсолютно в усіх видах? Я скажу так, что на самом деле, и сегодня в том числе, мы будем говорить не только о бизнес-переговорах и не о политических переговорах, а в целом о переговорах. И манипуляции есть во всех переговорах. Угу. Да, это правда. Які ж є методи маніпуляції, методики, і як їх уникнути, якщо ви не хочете досягати той, тієї угоди з людиною, якою вона хоче, як не попастися на вудочку, коли від тебе щось потребують, і як досягти саме того, щоб те, чого ти хочеш, потім було у підсумку? Слушайте, ви можете теж мені допомагати. вести курси. Смотрите, є три основних види переговорів. Это американские, европейские и азиатские. Для того, чтобы знать о манипуляциях, нужно понимать, как они ведутся. Американские самые жесткие. Победа любой ценой. Надо агрессия, надо шантаж. Все, что угодно люди для вас делают так, что вы будете чувствовать себя неуютно. Все, что угодно. Нету средств, игра стоит свечи. Вот. А как же реагировать и как себя вести саме у этом Я сейчас сразу всех расскажу угу. и потом есть общие принципы сразу дам. Европейские те, которые мы э, привыкли к более классическим. У нас они, у нас тоже чаще всего американские ведутся. Так вот, получается, что э, европейские это нормально. Смотрите, это мне выгодно, это вам выгодно, это партнерские переговоры, как-то 50-50 То есть мы выступаем находим общий знаменатель и мы довольны. Это хорошие долгосрочные моменты. Азиатские это номер три, они самые утонченные люди видать настолько тонкую игру могут вести, что даже не знаешь где что начинается, где заканчивается. Вот такие вот три варианта, которые у нас обычно переговоры присутствуют. Эм, как реагировать? Я думаю сейчас я дам конкретных несколько приемов, несколько инструментов, как обычно uh -huh. на переговорах ведут. Запомните их, потому что они каждый день присутствуют. И это переговоры, это не обязательно кабинет, стол. И у вас назначенное время вы ведете. Переговоры могут быть на улице, в магазине. Вы устраиваетесь на работу, вы берете сотрудника, вы решаете совершенно другие вопросы. И мы не считаем, что это переговоры зачастую почему-то. Это переговоры. Итак, я дам вам несколько 7 инструментов, которые обычно существуют, и даже только знание об этих вещах уже сразу помогает вам быть готовым и правильно реагировать на них. Это Первое, это часто вас заставляет э, стоять в приемной. Приходят, говорят, здравствуйте, приходите, переговоры на, на 8 часов вам удобно, удобно. Вы приходите, и вы там находитесь какое-то время, иногда очень долго. Я сейчас перечислю все, потому что есть инструменты, которые можно влиять на, на несколько. Второе, э, у вас есть три минуты, давайте изложите свою точку зрения. Вы готовились, у вас полчаса, вам три минуты дают. Нет, это сложно, как? Вы шокированы, вы не знаете. Именно этого и хотел человек. Цейт-нот. Вам говорят: так, некогда, все, ли, сейчас принимаем решение: нету времени ни порассуждать ни потом, ни завтра. Сейчас либо так, либо не так. Все, давай, пример Времени нету. да или нет, давай. То есть -за вас загоняют в угол, ускоряют. что Ну, такая ситуация, поэтому нужно таким вот образом. А, что еще? А, частая работа на людей. Кто вы такие? Кто вы так Кто вас знает вообще? Вы пришли, вы здесь сидите, я на вас не знаю, зачем я трачу на вас время? Вы никто. Вы еще что -то? Скажите спасибо, что вы сидите со мной за одним столом. Вот. Наоборот, бывают а, такие друзья, вы еще, вы начинающие люди, вы, у вас есть программное обеспечение, у вас есть классный продукт. Вы приходите да, классный, ребята, вы супер. Наверное, мы будем дружить. Да, чем рыбалку любите? Да, о, класс, и я люблю. Охота, супер, ну, мы реально, минуты не прошло, вы понимаете, что вы уже почти на ты перешли. И потом говорят, ну, давайте, условия, да. Ну, такие условия для друзей не делают. Все. Ну, как же так? Мы там чуть ли не уже Семьями дружим, а вы такие условия. Нет, это для других людей, для нас же надо другое. Правильно же. И вы уже, вы, вам уже неудобно. Вы не как-то, друг, друг, надо как-то по-другому. Что еще? Начальник сказал. То есть у человека полномочия немножечко другие. Вы пришли работать, вы пришли договариваться, с вами заключали, нет, вы знаете, на такую сумму, которую вы требуете. Да, она хорошая, она правильная. Ваш продукт классный. Я не могу. Мне начальник сказал, вот либо, тут, либо, до этого, либо до этого. Я не уполномочен дальше. Чего, спрашивается, тогда вы пришли? Почему вы участвуете в переговорах? Либо эти переговоры для вас неинтересны для вашего руководства, либо вы обманываете, что чаще всего. Чем может быть? Ну, так и быть я, давайте. Нарушая субординацию, так и быть. Ну и самая мощная, такая самая неприятная, это агрессия. Когда на вас кричат, когда на вас приходят, что пришли? Что, что смотрите на сюда. Давай бегом. Все. Либо сейчас, либо нет. То, что Наполеон. Я не понимаю, зачем это нужно. Все, до свидания. Продукт. Да, берите свой продукт, идите на улицу продавать. Кто вы такие? Человек шокированный. Вы даже немножко додвинулись. Хотя понимаете, что я на вас не нападу сейчас. Но а я еще не вставал даже. И человек в шоковой ситуации. Реагировать на все манипуляции, в том числе на эти, можно тремя способами. Первое. Это не замечать. Как Александр отреагировал. Он, он, он не заметил, но легко улыбнулся, и Наполеон понял, что не прошло. Можно так сделать. Можно отреагировать. Можно вскрыть эту манипуляцию, сказать так, подожди. Вот, когда человек кричит, орет. Вы, вы улыбаетесь в ответ. Вообще юмор это супер. Вы улыбаетесь. Ха -ха, классный прием. Возьму на выражение. Супер. Играете супер. Да. ну, может перейдем к переговорам. То есть вы вскрываете его, улыбаетесь. Самое главное здесь, практически во всех, спокойствие. Когда вы знаете, что есть такие методы. Когда вы знаете, что может быть создана ситуация неудобная для вас. так, паузу, сами себе подумайте, так, зачем я здесь? Надо мне оно? Спокойствие. Все. И спокойствие всегда влияет на людей. По прихожей, давайте так, самое, это самое начало, Вы еще не начали, на не пришли на переговоры переговорному процессу, а вам уже неуютно, вам заранее создают такие условия. Самое лучшее, что я делаю чаще сам, я прихожу, сидит секретарша. Извините, улыбается, кофе, чай, может быть, все. Вы можете поступить тремя способами. Если это супер какой-то крутой начальник, это супер, то да, вы можете, если ваш начальник. Это не совсем те переговоры, да, можете пойти по тому пути, который он предлагает. Но вы уже понимаете, зачем это надо. Uh -huh. Второе. Это вы можете так, вот моя визиточка, вот мой телефон, Инна, возьмите. Я пошел пить чай, кофе там, все. А когда он освободится, позвоните, хорошо. Это достойно. Мы договаривались, я пришел вовремя, может быть за минуту, за две. А у него там какие-то другие... Это его бог. Пожалуйста, позвоните, я спущусь, я внизу на кофе. И третий вариант, который я чаще всего использую, Работать в кабинете. Я всегда часто с ноутбуком, с документами, с телефоном. Все, ложите телефон, ноутбук на стол, секретарю. Работа начинайте работать. У меня время, все, 8 часов нету. У меня потом свое время. Если он его занимает, я его займу сейчас. Я работаю делаю так, веду какие-то переговоры, все это дискомфортно. Но самое страшное, я общаюсь с секретарем. Всегда. С секретарем, с работниками. Кто там есть? Это я. счет будет... так с секретарем. Секретарь ни в чем не виноват. Я узнаю все, это очень опасно. Поэтому я постоянно к человеку узнаю, какая ситуация, как вещи. Я узнаю больше информации, чем он ожидает. Я вербую человека. Я узнаю больше информации. Итак, друзья, в заключение хотелось бы сказать. Переговоры и синоним, си, синонимы, господи, да что ж такое? Переговоры и манипуляции ⁇ это слова синонимы практически слова синонимы. Если вы э, в это не верите, будьте готовы к неприятным ситуациям в вашей жизни. А если вы смотрите программу «Новый день», то вы знаете, что здесь будет полезная информация. Вы уже знаете некоторые виды манипуляций. Готовьтесь с ним каждым переговором. И ваши новые переговоры, ваши новые переговоры в новом дне будут всегда успешными. Желаю вам удачи и победы в ваших переговорах. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії за те, що традиційно навчаєте, як уникати маніпуляції, як завжди досягати своєї мети. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітав наш постійний експерт Сергій Стожук.